夜を照らした月色の恋、急に止まった帰り道に浮かんだ願いは、空を舞うような君の話にずっと笑っていたい、モノクロの歌とともに、唇に溶けた君と月、大丈夫だ、ладно, ты и твой ёбаный бог, потому что в такой ситуации наш герой уже пылит. Пожалуйста, прекратите. Прежде чем я смогу наброситься, Риджира прыгает между нами. Я хотел наброситься на Ои? Да, и вправду. Засунуть ей этого бога в задницу. Так, я всех приветствую, джентльмены, дамы и господа. Мы снова здесь, продолжаем. Юн Мин Хео. В предыдущей серии мы продолжаем идти по Рута Ои, я так понимаю, да? Мы... наша друга вернулась, да, в освоясь. Похоже, Аой нам изменяет. Но это не точно. С Ютаро. Но я не верю в это пока что. Так что еще узнаем, да. Аой заболел. У нас в следующей неделе день рождения. Сейчас спектакль будет, на который нас Миюки пригласила. Хоть она и не играет. Она выбыла из главной роли. Она будет просто там. И Аой слишком плохо. Наше свидание отменяется с ней. И в итоге мы сейчас отправимся... на спектакль одни, и, скорее всего, с этим Миюки, и там будет что-нибудь такое, ну, вы поняли, да? Так что всем приятного просмотра, и поехали, да, и мы продолжаем марафонить, потому что с Сакурой, короче, не получается у меня никак, то ли по силам, то ли еще что-нибудь. Марафонить две игры — это слишком сложно, слишком геморно, вот. И сложно улавливать вещи, когда две новеллы все-таки. Я имею в виду, если вы их марафоните именно. Поэтому мы будем пока марафонить, может быть, даже до потери пульса Юн Миен Хё. Надеюсь, вы согласны со мной, рады, да? Ну, окей, поехали. Я долгу перед Миюки за то, что она достала нам билеты. Так что я думаю, мне следует сдаться и пойти на спектакль. Ну ладно, я вернусь позже. Синичи! Синичи. В этот момент Аои встает с дивана, ну, присаживается. Послушай, Синичи. Аои на танжоби. Ты знаешь, что Аои... Шиттеру? Когда ее день рождения? Не уверен, что ты когда-нибудь говорил мне об этом. 23 мая. 23 мая? Так ты родилась до меня, да? Call number. Осиэруно. Аои научит тебя моему кодовому номеру? Что за кодовый номер? Я предполагаю, что это просто еще один из заскоков Аои. Ну, типа, как сказать? Ну, фраз. И все же ее выражение застыло. Бог дал мне этот специальный номер телефона для чрезвычайных... Ситуация. Если со мной что-нибудь случится, ты можешь набрать этот номер, чтобы вернуть меня назад. Вернуть тебя откуда? Просто запомни это, ладно? Нет, подожди. Куда ты собираешься? Никуда. Все хорошо. Это всего лишь меры предосторожности, безопасности. Теперь запомни этот номер. Кю-к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 ю-
Танжоби но. Сначала набери 3 девятки. Затем набери мой день рождения. И 0523 два раза. Окей, я запишу это после серии. Короче, на записи будет, я запишу. И мы попробуем, когда выйдем на энд, мы попробуем этот первый выбор и вести. Ну, поняли. А, ну. Я просто его запишу, окей. Я понял. Это мой кодовый номер. Сначала набираешь 3 девятки. Тогда вводишь Аой день рождения дважды. И... Я повторяю это снова и снова в моей голове. Если ты можешь вспомнить мой день рождения, то ты не забудешь. Так что обязательно запомни это. Обещай мне. Запомнить это. Хорошо, я обещаю. Не уверен, откуда... Черт возьми, почему это произошло? Может быть, я должен записать это число куда-нибудь? Синти. Ничего, Синити, я запишу за тебя. Синити. Аой. Хочет, чтобы ты знал, что Аой любит тебя. А, да, спасибо. И лицо покраснело ярко-красным. Никто никогда не говорил мне этого раньше. Часть меня была взволнована. И все же почему-то что-то было не так с ней. Когда я надеваю обувь перед входной дверью, я слышу звук колокольчика, и следующее, что я знаю, Эрос стоит на моем пути. Ну, ты чего? Эй, да ладно, успокойся, комочек счастья. Что, ты не хочешь, чтобы я уходил? Да расслабься, я не оставлю Аой или еще что-нибудь, ладно? Я вас не брошу. Эру игнорирует меня. Слушай, он почему-то злой. Обычно он так хорошо себя ведет. Не знаю. Столько выборов. Концовка все еще не была. Довольно долгая, на самом деле. Ой, я хотел не quick save нажать. Я хотел... Да. Заменить попку Аоя. А ладно, я это подрежу на всякий случай. Господа. Я не знаю, честно. У меня предчувствие. Чё-то я залип. А, окей, остаёмся. Может быть, Эра является приемопередающим котом? Вы же сказал мне все о своих предполагаемых силах предвидения. Я знаю, что, наверное, мне следует взять все это солью, но в то же время... Ну, типа, не верить в это. Эра помог мне найти ее на крыше школы в ту ночь. Я проверяю время на телефоне. 30 минут до начала шоу. Я чувствую себя плохо из-за этого. Что подозреваю ее, но по общему признанию что-то беспокоило меня ее поведение в последнее время. Fuck it, остаемся. Ладно, ладно. Хрен с тобой. Мой инстинкт заставляет меня действовать. И поэтому я решил спрятаться в кустах и ждать. Ага. Факт в том, что Аой не вела себя, как она. Не вела себя так, как было в последние несколько дней. Ее блеск полностью исчез. Она просто выживает каждый день от одного момента до следующего. Я предполагал, что она была физически больна, но... Звук открывающейся дверь заставляет меня вздрогнуть. Ой, уходит на улицу, ее лицо все еще красное. Сказал ей остаться дома и немного отдохнуть. Но вот она нарушает наше обещание. Она смотрит на заколку для волос в руке. Синичи. Пожалуйста. Прости, Аои. Время сталкерить. Пока она шепчет, она лихорадочно выходит на улицу. Я до сих пор слышу, как в ушах звенит болезненная мольба Аои.
прикусив губу, я решаюсь. Я не могу пропустить эту маленькую экскурсию. Само собой. Я вылезаю из кустов и следую за ними. Она спотыкается, как будто она идет по облакам. Как будто она следует за невидимым сигналом. Затем она снова... затем она сходит с дороги в школу и... В угловой магазин. Она просто... Идет в магазин, верно? Должно быть, у нее закончились лекарства от простуды. Или, может быть, Эру больше молока надо еще. Или... точно, возможно, ей случайно нужно было воспользоваться туалетом. Или, может быть, она просто ищет Ябалей. Или... Как ты думаешь, может быть, она изменяет тебе? Ты ведь подозреваешь Акебоно-куна, да? Он мой друг. Слова звучат мучительно, фальшиво даже для меня. Моя грудь наполняется подавленным гневом и невыносимым чувством вины. Аой. Нужно, чтобы ты поверил ей, Синджи. Я помню, как она умоляла меня. Но что она имела в виду под этим? Неужели она... Готов зайти так далеко, чтобы изменить мне. Тактически дверь открывается с знакомым звоном в углу. О. Аой-сэмпай. Вы в порядке? Это Харучан. Я забыл, что она тоже здесь работает. Мгновенно мои опасения растаяли. Вы просто пришла к ней. Увидите ее? Она здесь не для Ютару. Она не изменяет мне. Харучан. Мы должны поторопиться. Хорошо. Ага. Я смеюсь про себя, наблюдая за их уходом. Я тороплюсь по дороге под красными лучами заката. Если я бегу, я все еще могу... если я поспешу, точнее, я все еще могу успеть к спектаклю. По общему признанию, я взял... срезал очень сильно, но, по крайней мере, я решил это недоразумение. Боже, мне так стыдно за то, что я сомневался в Авое и Ютару. Конечно, я все еще хотел бы знать, почему Авое ушла из дома. Тем более, что она сделала это за моей спиной. У меня есть одно предположение, оно тоже довольно неприятное. Ну да ладно. Я уверен, что для этого должна быть веская причина, верно? Харучан в театральном клубе. Не могу исключить возможность того, что они вдвоем работают над каким-то сюрпризом ко дню рождения для меня. Может мне сделать вид, что я ничего не замечаю? Я не верю. Я сдаю свой билет и прохожу в... темный зал. Пьеса еще не началась, но большинство мест уже было занято. Осталось только подождать, пока занавес поднимется. Синичи, ты опаздываешь. Да, я знаю, там кое-что случилось. Я вижу, что Аой не с тобой. С ней что-то случилось? Если Мики удивлена, то мне, вероятно, не стоит копировать то, что я видел только что сейчас. Она больна сегодня. Больна, говоришь? Да не волнуйся, ничего серьезного. Уважение лица Мики напрягается, но я отмахиваюсь от ее беспокойства. Просто небольшая температура. Ты знаешь, как она была в последнее время, чувствовала себя. Ты должен попробовать позвонить ей. Хотя ее телефон всегда не работает. Тогда позвони на домашний телефон. Серьезно, тебе не нужно беспокоиться. Пожалуйста. Взгляд в ее глазах очень серьезный. Странно, почему она так настаивает на этом? Ну ладно, думаю, один звонок не помешает. По просьбе я вынимаю телефон. Это часть сюрприза на день рождения. Смущенный я звоню в пустой дом. Эру, ответь! Я знаю, что его сейчас там нет, поэтому никто не ответит.
после нескольких звонков я заканчиваю разговор. Она не очень хорошо себя чувствовала, когда я последний раз видел ее, так что, наверное, Мирки? Я знала. Это они вместе. Я смотрю, чтобы найти Мирки, которая смотрит свой телефон тоже. Поняла, хорошо. Я сейчас пойду туда. Закончил свой звонок. Похоже, Аой не взяла трубку, да? Она, наверное, спит просто. А что, если она с кем-то там? Что, если она... пригласила... А нет, что если она отказалась от свидания с тобой, чтобы пойти с кем-то еще? О чем ты? Пошли со мной. Не говоря ни слова, Мики уходит к выходу. Подожди, а что с спектаклем? Я сказал тебе, я же ушла с главной роли. Но ты ведь пошла на то, чтобы достать мне билеты. Слушай, я знаю это лучше тебя, точно. Я знаю, какой ты добрый, смелый. И самое главное... Я знаю твою ревнивую сторону. Мою ревнивую сторону? Тебе нужно встретиться с реальностью, лицом к лицу. Поэтому следуй за мной. Оля, да? Ладно. Мы молча идем по темной дороге. Микки отказался от спектакля, чтобы вытащить меня сюда. Он настолько серьезен, что я даже не чувствую, что готов шутить сейчас. Что-то подсказывает мне, что сюрприза ко дню рождения никакого нет. Мы возвращаемся вниз по дороге, которую я взял, чтобы добраться сюда. Тогда, наконец, мы пришли. И тогда, наконец, мы приходим к семейному магазину Ютаро. Возможно, у Мики такое же неправильное представление о Ютаро и Аой вместе. Если так, то я, вероятно, должен пойти дальше и объяснить ей. Послушай, честно говоря, я остановился здесь на пути, когда двигался к спектаклю, ну, заглянул. Аой должна была лежать в постели с лихорадкой, но я видел, как она ушла из дома, спотыкаясь. Я тоже подумал, что она может изменять мне. Но это было всего лишь недоразумение. Ты знаешь, девушка Харучан из твоего клуба, она... Да, я знаю Хару. Да? В ней есть проблема. Я не понимаю, что не так с Аой, которая болтает с Харучан? Подожди. Ты только сказала «он»? Именно тогда автоматически двери открываются. Синичи! Синичи! Сыбасен дешта! Мне так жаль, чувак! Ютаро выбегает на улицу и падает на колени. Вау, что происходит? Я никогда не думал, что Рюджиро был таким... парнем. Я просто... у меня нет никаких оправданий. Что происходит с твоим братом? Насчет твоего брата, что? И у меня всегда были подозрения, но это все подтверждает. Мики, поворачивайся ко мне. Рюджиро. Это Харучан. Подожди, что? Оу! Вот это поворот. Ну тут я не могу просто продолжать читать. Ну я имею в виду, ничего не сказав. Вот это поворот. То есть это все-таки не девушка? А что я раньше-то не... Не, ну это было бы слишком сложно. Да ну, голос такой. А почему Ютаро не говорил об этом? Хотя ладно, давай дальше. Что-то как-то снос крыши. Не, я про другое думал, если честно. Я думал, что у них там лесбии, потрохушки. Ну, как бы зарядить зэпи, вы понимаете, да? Секс, какая разница с кем? Ну, я имею в виду, женщина или мужчина. И Харучан, возможно, с ней подружилась и все такое. Ну, чтобы это был парень. Трап, понял. Обманка. Даже здесь. Рюджиро, младший брат
Ютаро. Ютаро мучился из-за нее. А из-за него несколько дней, и теперь Миюки утверждает, что он и Харучан на самом деле один и тот же человек? Ну, Харучан совсем не похожа на парня. Да, это точно. А, да. Ютаро снова и снова рассказывал мне об опасной внешности Рюджира. А почему он называет себя Харучан? What the fuck? И если я подумаю об этом, это как-то объясняет некоторые вещи. Например, почему она была одета в рабочую форму парня в магазине, на угловом магазине. Подожди, ну Харучан была одета в школьную форму. Это просто костюм. Если мужской персонаж переодевается, чтобы заполнить женскую команду по софтболу. А. Господи, какие интриги все-таки начинаются. Я такого что-то не ожидал, серьезно. Он был одет униформу для девушек, когда мы впервые встретились, поэтому я, должно быть, предположил, что... А голос? Если подумать, это объясняет, почему она, в кавычках, была настолько взволнована, чтобы прятаться в шкафу. В конце концов, я бы сделал то же самое, если бы вдруг моего брата застукали переодевание меня. Но разве его не зовут Рюджира? Зачем ему называть себя Хару? Ты когда-нибудь слышал о Хару Акебоно? Конечно, весенний рассвет — это знаменитая цитата Шейшу Нагона или кого там ни было. Так значит, уже затонуло? Хару-чан ва... Отоко. Харучан — это парень. Смотри, Аои ва... Другие слова, Аои... Не пошла с тобой на свидание... Чтобы отправиться на свидание... С другим человеком. Мики бросает холодную суровую реальность мне в лицо. Бессмысленно, я все еще пытаюсь засунуть голову в песок. Может быть, они работают над сюрпризом ко дню моего рождения для меня? Ну, ты знаешь, немного веселья. Чувак, я на самом деле в глубине души знал об этом. Ютаро подавляет слова. Помнишь, когда я сказал тебе, что Рюджира нашел себе девушку? Вспоминая это, было как раз в то время, когда Мукоу начала приходить в магазин. В последнее время они проводили много времени вместе. Вы часто видели в гостях у кошачьего магазина с другом. И Рюджира большой поклонник визуальных романов, игр и прочего, так что у них, в общем, одинаковые вкусы, и у них хорошо получалось общаться вместе, нравилось. Он же тоже геймер, да, типа? И тоже в другом мире. Чиничи! Слышишь меня, Миюки? Аои, проснись уже. Солгала тебе и оборвала твои планы на свидание, чтобы быть другим парнем. Это то, что мы наверняка уже знаем. У нас нет доказательств того, что она на самом деле изменяет тебе. Изменяет. Мое зрение становится нечетким. Возможно, слухи были верны. Она изменила мне, предала меня. И теперь она с другим парнем. Шлюха. Смотреть не могу теперь. Аои, нужно, чтобы ты доверился Аои. Фу, Чиничи, тебе нужно, чтобы ты доверился Аои. Читать даже уже не могу. Нет, это нереально. Это неправда. Твои чувства могут подождать, пока мы не узнаем правду. Пойдем. Степлённый отчаянием голос Мики, единственный направляющий свет, оставшийся в моей темноте. Вцепившись в эту слабую надежду, я иду по дороге. Рюджиро не отвечает на мой телефон. Тьфу, на его телефон. Все, я сломался, короче, сорян. Меня что-то это потрясло, эта мысль. Какого черта его голос? Я просто вспоминаю его голос. Меня сломало, сорян. Я буду сейчас продолжать, но
Я немного сломался. Гуминосай. Рюджин не отвечает на его телефон, так что единственное место, где можем его проверить... Он живет в одной квартире с одним из своих друзей, косплееров, я так понял, тоже модель. Это их гардеробная или что-то в этом роде. Уходит здесь? Кстати, да, хорошее место. Да. Его друг, в общем, супер популярный, по-видимому. О, лифт останавливается, и двери открываются. Ну что, вы готовы? Я нет. Коридоры тихо и безжизненно, кроме нас. Мы ползем по коридору, стараясь не издавать ни звука. Затем Митаро останавливается перед дверью. Квартира 804. О бой. Ладно, ребята, я рассчитываю на вас. Короче, я открываю дверь, а вы дальше сами. Ключ от двери свисает с его пальца. Синичи, послушай внимательно. Еще не поздно. Мы все еще можем повернуть назад. Ты уверен, что ты правда хочешь этого? Я хотел верить Аои, ее словам, ее слезам. Черт, я до сих пор отчаянно верю ей сейчас. Но Миюки права. Я ревнивый парень. Я отказываюсь позволить девушке, которую я люблю, изменять мне с кем-то еще. А кто позволит? Я забираю ключ у Итару. Холодно и тяжело. Они впиваются в мою кожу. Моя рука дрожит. Но теперь пути назад нет. Не важно, что меня ждет за этой дверью. Могу ли я принять реальность, которую я там найду? Закрепив все мои надежды и страхи в этом ключе, я вставляю его в замок. Медленно, тихо я поворачиваю ключ. Сейчас. Happy birthday! Медленно, тихо замок скользит. Свободно. Мы молча заходим в квартиру. Воу, а чё так? Почему столько хрома? Слабые звуки наших шагов звучат оглушительно. Я задерживаю дыхание, цепляясь за грудь и позволяю ногам нести меня вперед. Красиво на самом деле, но слишком ярко. Какой-то странный стиль. Квартира пуста. Со всей дорогой мебелью я не могу представить себе обычного старшеклассника, живущего здесь. Но в любом случае здесь никого нет. Никого в ванной. В общем, никто не прячется в ванной. И ботинок никаких у двери. Так значит, они не приходили сюда? Нет, они определенно были здесь. Ванна мокрая, а вода из крана все еще теплая. Рюджиро покинул угловой магазин с Аои. Затем в какой-то момент кто-то принял душ здесь. Это просто косвенные доказательства. Да, верно. На данный момент у нас нет никаких конкретных доказательств. Итару, ты не против, если я пороюсь? Да, делай, что хочешь, чувак. Я бы солгал, если бы сказал, что я не боюсь. Но, возможно, есть шанс, что я смогу найти доказательства ее невиновности. Я молча киваю. Йос. Я не хочу смотреть. Я не хочу ничего искать. Но я игнорирую голос, кричащий в моей голове, и все равно начинаю рыться. Как будто я вынужден действовать какой-то невидимой силой. Подстрекая. Миюки! Миюки отскакивает назад, и я ловлю ее на руки. Что такое? Там! Микки указывает на мусорное ведро рядом с кроватью. Чтобы там ни было, то достаточно, чтобы ее ноги, очевидно, отпустили ее. Я чувствую, что мое зрение становится нечетким. Если бы я мог просто потерять сознание. Синичи. Давай. С Микки на руках мои руки немного были заняты. Вместо меня Ютаро медленно приближается к мусорному ведру. И он... стонет. Что там? Эй, Ютаро, скажи мне, что там? Кондомы.
Презерватива. Я чувствовал! Что еще может быть в ведре? Господи, почему с этой фразой начинается такая страшная музыка? Ну, это говоря, это, ребята, пиздец. Я обычно не матерюсь, но меня вся эта вещь сломала, и я, когда мы вошли в эту квартиру, чувствовал, что что-то такое будет. А что может быть в мусорном ведре? Ладно, я это запикаю, надеюсь. Придется пикалку искать где-то опять. А нет, она у меня была. Отлично. Сорян, я не люблю материться, я джентльмен. Но бывает момент, когда я не выдерживаю. Это слово поражает меня, как удар в живот. И открыто, но... Ну, ведро открыто. А нет, упаковка с презервативами открыта, но и не использована. Это как гвоздь в гроб, последний удар, который делает мое зрение тусклым. Боль в моей ноге ощущается отдаленно, как будто это происходит в каком-то другом мире. Шиничи, держись! Держи себя! Когда ее самообладание восстанавливается, на этот раз Мики обнимает меня. Слушай, еще рано сдаваться! Я имею в виду, у нас нет никаких доказательств того, что Аой... И он... Аой определенно была здесь. Я медленно наклоняюсь вниз, чтобы схватить вещь, на которую я наступил. Котенок, да? Ну, это... заколка валяется на полу. Мои пальцы онемели, дрожат. Я едва мог даже поднять это. Аой изменяет мне. Пиздец! О май гуд. Я сломался. Вы хотели эмоции? Получайте. Живая. Шлюха. На полу был кошачий брелок. Заколка. Мы поняли, мы поняли. Ё-моё. Синьи. Ага, переварить бы это. Не, честно, у меня был вариант какой первый, что они просто... Ну, что Харучан, это девушка. И она просто помогла ей подзарядить Зеппи без всяких отношений. То есть девушка с девушкой обычно это не считается изменой. Может быть, я так считаю. Ну, обычно так считается, да? А, то есть, может быть, Чинич, конечно, тоже бы разозлился, но это совсем другое. Тут какая-то Санта-Барбара прям. Если я матерюсь, это значит I'm done, как говорится. I'm done. I'm so dumb. Дан. Окей, давай немного переварим это. Сейчас, я поставлю паузу. Так, все, я немного отдышался. Серьезно, я думал, это любовный треугольник. Я думал, они будут изменять друг другу. Ну, то есть, они уже изменяли друг другу, но по разным рутам. То есть, они, по сути, не изменяли друг другу, но они изменяли друг другу. Они изменяют другим персонажам, левым вообще. Ну, как левым, которые не являются в нашем треугольнике. Конечно, я верил в Ютаро, что он этого не сделает, потому что он братишка вообще. Я до сих пор верю и буду верить ему дальше. Ведь он нас предаст, и это будет больно. Но I'm done. Просто. I'm so done. Синьи. Что? У меня есть вопрос. А он ярко улыбается мне. Есть ли что-нибудь, что... Что бы ты хотел плохого сделать? Что ты имеешь в виду? Что-нибудь, что ты действительно хотел бы получить в подарок. Например, когда ты подарил мне эту заколку. Вообще там Very Bad было написано. А вы достает из кармана заколку для волос. Конечно же, это выглядит так же... Она выглядит такой же, как я, когда подарил ей. Она всегда говорила, что будет заботиться о ней. Бля, это серия. Ну, действительно ли она такая же? Синьи. Синьи.
А что это ты вдруг внезапно спросила? А, нет. Ничего, просто... Ну... Ой. Хочет узнать тебя, о тебе больше? А, понятно. Хотя ладно, не буду я ничего пикать. К черту. I'm so done. Это довольно сложно ответить так сразу. Думаю... Подумай долго и усердно над этим. Должно быть что-то, что ты хотел бы получить. Ну, давай подумаем. Ответ на шутку приходит мне на ум. Кто-то, кто будет любить меня вечно, я думаю, да? А вы слегка краснеет. Да. Ну, это звучит... Короче, это нравится Аой тоже. Тогда давай пойдем вместе с этим тогда. Хорошо. Ой, что-то спешу. Она делает паузу, затем наклоняет голову. Ну, это не подарок же. Может быть, есть что-нибудь еще? Как я уже сказал, трудно думать о чем-либо, когда ты... поставишь себя на это место. Поэтому, если ты спрашиваешь меня, чтобы я хотел... Синичи! Ой, чтобы ты хотел, наверное, да? Отдаюсь, но Аой все равно цепляется за меня. Синичи га хошино. Аой хочет... Синичи? Датте... Потому что Аой просто... Так сильно любит Синичи. Аой... Больше ничего не нужно. Она смотрит на меня с любовью в глазах. Закат ослепляет меня. У меня кружится голова. Мой мозг гремит в моей голове. Я мог бы потерять сознание вообще. Ой. Любит тебя. Ее рука скользит по моей спине. Поэтому, Аой, давай сделаем это. Она трется в мою спину. Займемся сексом. И тогда мой карман начинает вибрировать. О, прости! Я отталкиваю ее и торопливо достаю свой телефон. Это было письмо от Миюки. Если бы Аоя знала, что она сказала, все бы пошло наперекосяк. Синичи. Синичи. Прости, Миюки. Хочет увидеться. Что насчет твоего подарка? Просто подари мне что-нибудь, что угодно. Подари, что хочешь. Что-то, что Аой хотела бы? Да, увидимся. В любом случае. С этими словами я стремительно спускаюсь по лестнице. Надо мной едва слышно, как она начинает передачу. Тот момент, когда дверь закрывается. Подожди, это уже после этого момента? Моя тошнота переполняет меня. Синичи. Ты в порядке? Миюки. Миюки, должно быть, следил, наблюдал за всем этим. Она нежно потирает мою спину. А, извини за это. Всякий раз, когда она касается меня, я просто... Так... Память о ее улыбке грозит заставить меня снова сблевать. Когда она обняла меня, это заставило мою жопу... мою кожу ползти. Угу. Все, я сломался. В конце концов, я знаю, что она сделала этими руками. Она использовала их, чтобы прикоснуться к другому парню. Да ладно, не нужно так. Успокойся, ладно? Спасибо. Микки утешает меня и даже убирает... хаос, который я тут устроил. Без нее я уверен, что я бы уже полностью съехал с катушек. Ну, в плане, не знаю, я бы уже врезал Аой или не знаю, бросил бы ее, КЗ. Или Хару-чан бы уже не существовало. Не знаю, я потерял бы контроль, короче говоря. Так, я получил твое письмо. О чем ты хотела поговорить? Ты узнала, как она получила еще один из этого?
Я вытаскиваю заколку, одну еще заколку котенка из кармана. Это доказательство того, что она предала меня. И все же у нее как-то почему-то есть идентичная булавка, заколка. Я подтвердил это с помощью магазина кошатины. Эти заколки были сделаны вручную и являются единственными в своем роде. Яои появилась, чтобы купить ту же самую тот день, когда они пополнили запас. Это все решает. Я сдерживаю тошноту. Хорошо, я решил, ты знаешь эту идею, которая у тебя была? Давай сделаем это. Твой план. Goddammit. Аои. Это романтический вариант. Она просто 2D-персонаж. У нее нет души. Нет органов, нет семьи, нет друзей, нет дня рождения. Она не живая, типа. Ничего. Но в том Синичи ты пришел. И подарил Аои все это. Поэтому... Спасибо тебе, Синичи. Повязка с моих глаз падает. Передо мной сидит... Ой, лежит торт при свечах. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shinichi. Happy birthday to you. Синичи, омедетоу! Мата хтоцу отоконо кайдан о нобатта! С днём рождения, Синичи, мой мальчик! Ты сделал ещё один шаг к настоящему... чтобы стать настоящим мужчиной. Икуцу ни наттан дакке? Сколько тебе сейчас лет? Прости, я забыл. Столько же, как тебе, гений. Бенгиджо, 18 сай нано? По закону вам должно быть 18. Что ты имеешь в виду по закону? Хора! Ладно, давай без этих вещей глупых. С днём рождения, Синичи, поздравляю. Вау, посмотри на размер этой штуки. Мики протягивает мне гигантский букет цветов. Я чувствую запах лилии отсюда. Она делала для меня так много вещей, но я не понял. Не подумал бы, что она приготовит мне такой интересный подарок. Это складывается, чтобы быть одним адом вечеринки по случаю дня рождения. Борясь с своими эмоциями, я заставляю себя сказать. Спасибо вам всем. Рано пока благодарить. Теперь пришло время для твоих подарков. Итак, кто начнет? Может быть, ты первый, Аои? Хорошо. Аои взлетает в воздух, затем выбегает из зала. Он возвращается, таща большую тяжелую коробку. Хотя она тянет ее изо всех сил, коробка едва двигается вперед. Может быть, помочь, что ли? Не-не, все нормально. Я справлюсь. Ой, сильная девочка. Это мой подарок. Подарок для... Черт. Ача! Ой, как нехорошо. Ой, ты в порядке? Ой, немного подскользнулась. Коробка открывается, проливая все содержимое. Ябалей? Это полезно. То есть это твой подарок на день рождения? Да. Ой, заходит на кухню и открывает холодильник.
ト畑なの。トマトのらい。だな。походу да。今までの中身はどうしたの？Что собираешься делать со всем, что здесь? 捨てたの。А, что было здесь? Выбросила? ちょっと。Прости, что? これが葵の欲しいもの。Это то, что любит Аоя. То есть ты, она всю еду из холодильника выбросила. それを新一にプレゼントするの。Теперь Аоя должна подарить это Синичи. 喜んで。Тебе нравится мой подарок? Да, спасибо. Похоже, я буду получать много витаминов с этого момента. 逆に体壊すわよ。Ты в итоге заболеешь, выпивая все это. お弁当作りやめられないよね。Думаю, мне все-таки придется готовить для тебя обеды. 幼馴染の手作り弁当。Домашние обеды от твоей подруги из детства. 貴様食ってるのか。Ты ублюдок, ты ведь ел их, не так ли? Да, ел же. Аой も食べてる。Аой тоже их ела. На-на-на-на-на. Что? Вы что, оба получаете ее бенто? いいですね、男の子ですね、モテモテですね。Как ты популярна, как я завидую. Уже ましいですね、リア充ですね。Какая все-таки это мечта, какая норма? А, какой ты популярный, скорее всего, он имел в виду. 爆発しろ! Умри, ублюдок! Ладно, умри, дурак, он сказал на самом деле. Ютаро-кун も大変ね。Э, подержи себя, Ютаро-кун. Сон. Боже, как же жалко я поступил. Какой я жалкий. Боже, так странно. Ну почему же? Почему же? Почему ее жалкая жалость заставляет мои мечты так разрываться? Раздуваться, я не знаю, расширяться. Может быть, ты мазохист просто? Кажется, он счастлив. Я почти немного впечатлен этим. Или удивлен. Ну ладно, хватит этого. Микки разворачивается, ее длинные волосы качаются позади нее. Давай приступим к делу. К делу? Это была кодовая фраза. Ютаро тоже напрягается. У нас какой-то план, короче говоря. Я стараюсь сохранять невозмутимый вид. Да, полагаю, что это... Похоже, моя очередь. Да, подошла вроде. Днём рождения тебя поздравляю, друг. Заикаясь, Ютаро протягивает свой подарок. DVD? А, да, это ультра редкий супер специальный выпуск. И он без цензуры. Иначе у нас будут проблемы с полицией. Ютаро неловко смеется. А вы, похоже, не замечает этого. А можем ли мы увидеть, что там? Да, конечно. Я просто засуну его в DVD-шник, я так понял. Для тебя. Для вас. Мы все можем посмотреть, что там, пока будем кушать торт. Хорошо. Ой, поднимает руку к потолку. А что насчет твоего подарка, Миюки? А? Я? Ну, я думаю, что... Да. Я припасу... свой подарок напоследок. Напоследок? А это еще кто? Именно тогда звонит дверной звонок. А где Эру? Кстати, а где Эру? Я не понял. Где моя козявочка? А, он здесь! А, так вот они что придумали. Понял. Раджер, Раджер. Я пойду, схожу. Открою. Ютаро выбегает из гостиной. Кто это? А, мы тебе же не сказали еще, да? Мы пригласили еще одного человека. Еще один человек на вечеринку? Ну, ты знаешь, как Ютаро сказал, что... У него есть девушка? А, его воображаемая девушка? Да, я так и думал, так или иначе. Поэтому я сказал пригласить ее ему. И... Неужели она настоящая? Извините, я опоздала. Сейчас что-то будет? Ой, застывает. Но не удивлена. В конце концов, она, наверное, узнает этот голос. Спасибо за ваше ожидание, господа. Позвольте мне представить мою девушку, Хару. Это...
Мне приятно познакомиться со всеми вами. Меня зовут Харучан. Спасибо, что... В общем, рассчитываю на вашу поддержку. Хару Рюджира слабо шепчет. Нам же раскрывают такие вещи. Чувак, взбодри ее, ты ее парень, алло. Брат Ютаро. И это коллега по театру Миюки. И секретный любовник Аои. Напряжение повисло в воздухе. Аои, ты ее знаешь, что ли? Не знаю. О, забавно. Разве она не была той, кто помогла тебе выбрать молоко Эру в магазине, в главном магазине? А, ну да. Но это все. Мама. Да ладно, Давайте не будем из-за мелочей там напрягаться. Почему бы нам не начать тортик вместе? А еще мы включим DVD, да. Пятеро из нас садятся за столом и начинают есть торт. А Ой садится рядом с Рюджиро. Никто не говорит ни слова. Постепенно торт исчезает. Ой, все еще кажется запаникованной. Она все время оглядывает комнату. Я едва могу подавить прилив ярости, я так понял. А ну! С днем рождения! Поздравляю. Капец, голос у него, конечно. Я просто дурачен. Не в силах выдержать напряжение в комнате, Рюджиро встает со стула. Мы сказали ему заранее отрепетировать эту строчку, но его голос так сильно дрожит, что я задаюсь вопросом, как он вообще попал в театральный клуб. Вот. Мой подарок для тебя. Джир потягивает мне маленькую коробочку. Я принимаю это без слов, спасибо. Затем я открываю его медленно, чтобы... Что заставило меня вспотеть. Воу! Это заколка, которую я подарил Аое. Аое начинает копаться в кармане. Но... Это же та заколка, которую ты подарил мне, верно? Ты обронила ее в моей комнате. Уже лица Аое напрягается. Ее глаза широко раскрыты, как будто кто-то просто столкнул ее с утеса. Это именно то, что я хотел увидеть на ее лице. Но мы только начали. Это странно, я думал, что это было сделано вручную, единственная в своем роде вещь. Нет, Аое никогда не выбрасывал ее. Это подарок от тебя, Синичи. Аое всегда заботилась о ней. Ты ведь лжешь, верно? Миюки. Аое никогда бы... Я разговаривала с продавцом в кошачьем магазине. День подставления, ты пошла, ну, привозки. Ты пошла в этот магазин такая же в лихорадке и снова купила такую заколку. Ты потеряла ее, поэтому тебе нужна была замена. Разве не так? Ой, никогда такого не делала. И продавец тоже сказал мне, что ты часто ходил туда с Харучан, не так ли? Ну это... Но... Теперь у тебя есть шанс извиниться. Мик использует ее тон дружеского совета. Если ты признаешь свою вину чисто, я уверен, что Шиничи простит тебя. Но... Ой, не лжет. Это же мое сокровище. Ой, никогда не теряла его. Тогда ты признаешь, что она была там, по крайней мере, да? Харучан, но в
入ったのよね。Ты признаешь, что ты была в комнате Харучан, да? Харучан. Харучан. Комната. Ну. Её голос едва ли шептал. Её губы дрожали, и она замолкает. Ютаро. А, да. Подарок Ютаро лежит в дисковом трее. Он нажимает кнопку воспроизведения, и экран загорается с... Это момент из этого. Из опенинга. Ну, там секунда, конечно, там ни хрена не понятно. Я больше думал, что это Аой обнимает... Ну, ученичи. Только в магазине. Ну, ладно. Ладно, ладно. Боже, эта серия просто fuck it up. Fuck me up. Эта серия. Камера видеонаблюдения из магазина... Углового магазина. Магазин тускло освещенный, лишен каких-либо других покупателей. За стойкой Рюджира и Аои разделяют нежные объятия. Нет, этого не может быть. Затем камера приближается, и кадры становятся более искаженными. Это показывает, как Рюджира и Аои целуются снова и снова. Нашел это в нашем магазине камер наблюдения. Скажи мне, Аои. Видимо, я довольно ревнивый монстр, да? Как я боюсь желанием разбить этот телевизор. Я заставляю себя говорить спокойно. Мы ведь пара, парень и девушка, не так ли? Тогда почему ты поцеловала его? Ты моя девушка, не так ли? Ты сказала мне, чтобы я доверился тебе, не так ли? Ты плакала и все эти вещи. Что это было? Зачем? Просто... игра? Синичи. Синичи. Я пытался. Я очень старался. Я пытался принять тебя. Я пытался доверять тебе. Но как ты в итоге отнеслась ко мне? Что у тебя на уме, когда ты целовала его? Что у тебя было на уме? Ой. Любит тебя. Ой. Ой. Так сильно любит тебя. Вот почему... Дерьмо собачье! Я больше не мог терпеть. Я бросаю это в нее. Это... Она не пытается увернуться. Это бьет ее по лицу, и она падает на ноги. Какая невероятная дань, я так впечатлен. Ты меня так сильно любишь, что ты трахаешься с другими парнями? Это презерватив, который мы нашли в мусорном баке. Нашел его в день спектакля, когда мы пробрались в комнату Рюджира. Значит, ты знаешь. Все знаю. Я знаю, что Харучан — это брат Ютаро. Я знаю, что... что вы были вместе наедине в той квартире. Но я играл дурака. Все это время я вел себя так, будто все хорошо. Я сдерживал свои чувства и играл роль счастливого парня. Быть с тобой сделало меня почувствовать такую боль. Просто десятки раз почувствовать эту боль. Я содрогался каждый раз, когда ты просил заняться сексом. Но я терпел. Сказал себе, что должен был стиснуть зубы и вынести все это. Все, чтобы я мог кинуть, засунуть это прямо тебе в лицо, прямо сейчас. Моя любовь к кого исчезла. Мое рациональное чувство ушло. Все, что осталось, это только ненависть и жажда мести. Или, по крайней мере, я так думал. И все же я все еще чувствую горящий гнев где-то глубоко внутри. И так, что ты там делала? Ты прервала наше свидание, чтобы пойти побыть наедине с каким-то другим парнем, верно? Какого черта ты делала? Я хотел верить тебе. И действительно верил. Зачем ты так предала меня? Блин, как обидно, главный герой не озвучен. Капец. О-о-о. Я задал тебе вопрос, Аои. Это... это цель Аои? Чего? Бог сказал мне сделать это.
Ты и твой грёбаный бог! Ямете кудасай! Ладно, ты и твой ёбаный бог, потому что в такой ситуации наш герой уже пылит. Пожалуйста, прекратите! Прежде чем я смогу наброситься, Джиро прыгает между нами. Я хотел наброситься на Ои? Да, и вправду. Засунуть ей этого бога в задницу. Ямете кудасай! Блин, тем временем моя жопа тоже уже затекла. Господи, как же в марафоне сложно, когда у тебя все затекает. Пожалуйста, прекратите. Я сотрудничал с вашей маленькой... С вашим маленьким планом, как вы и просили. Но это все моя вина. Я никогда не должен был поддаваться искушению. Поэтому, пожалуйста, просто не причиняйте ей боль, он сказал, а не отпустите ее. Так ты трахнул ее? Ты трахнул ее, верно? Я же говорил, мы этого не делали. На полпути Аой-сэмпай передумала. Она сказала, что слишком сильно тебя любит. Поэтому мы... Вы не сделали этого? После того, как ты уже открыл презерватив? Да. О, боже, это любовь к тебе. Я так тронут, что сейчас заплачу. Слушай, я не куплюсь на эту херню. Не хочу материться, черт, на такой момент. Я стучу кулаком по столу, но это забавно. В этот момент я даже не чувствую боли от этого. Будь со мной откровенен, ты, кусок дерьма. Вы, ребята, просто трахались без него, верно? А, точно. Сначала вы целовались и облизывали друг друга, а потом, когда пришло время положить это в... Ладно, засунуть это... Аой сказала что-то вроде «Аой хочет Зеппи». Разве ты не сказал этого, ладно? Ой, точно? Ты думаешь, что я мог бы поверить, что вы двое зашли так далеко, чтобы просто сказать, что ты прекратил после открытия презерватива? Никто в здравом уме твою мать не поверил бы в эту хуйню. Ох, он горячий, да? Никто не спорит. Наверное, потому что никто не может. Я убью вас сейчас обоих, мать вашу! Боже, как же это весело! Боже, мои стороны на орбите! Я просто плачу и... Это слезы разочарования? Грусти? Или, может быть, счастливые слезы? Бог, Камисама, ну сейчас мы его засунем. Из ниоткуда Ой вытаскивает свой телефон и поднимает его в воздух. Я хочу быть жестким, как главный герой, но отыгрывать. Он доказывает, что он реально ревнивый ублюдок. Камисама, пожалуйста, умоляю вас. Пожалуйста, ответьте на мой сигнал. Ой, заглючила. Ой, запуталась. Ой, не хочет бэд-эндинга. Пожалуйста, позвольте мне перезагрузить мой файл-сохранение. Пожалуйста, позвольте мне попробовать еще раз. Пожалуйста, Камисама! Камисама! Почему? Вы не отвечаете мне больше. Я вырвал у нее телефон. Нет! Просто заткнись! Нахуй! На экране отображается ее средний. Ну, ее призыв к Богу. Вызов. Ты изменила меня, потому что Бог сказал тебе? Какая же ты все-таки куча дерьма! О, я бросаю ее телефон на землю. Эта серия будет, наверное, рекордная, где я матерился. Я обычно один раз, два раза матерился в серию. Ну, вот в Дэчмарке, я помню, в NG, потому что там такой звездец в каждой серии. А тут прямо в одной серии решили все это уместить. I'm done. I'm fucking done. О, походу, немного придется прерваться после этой серии, потому что I'm fucking done. Я бросаю ее телефон на землю. На землю. На пол. Экран разрушается при ударе. Ой, просто смотрит на меня сверху вниз. Есть только одна вещь, которую я хочу от нее сейчас. Tell me правду. Скажи мне правду или... Уебывай из моего дома.
У меня есть правда. Ну, не знаю, правда ли она. И хочу ли я услышать правду. Get the fuck out of my house. Правда в том, что, скорее всего, ей просто нужна была подзарядка, а мы не хотели секса с ней. И она от безысходности, возможно, решила зарядиться, иначе она умрет. Или я не знаю. Ну, не знаю. Мы уже на грани просто разбить им обоим лица. У меня дилемма, я не знаю. Мне начинает нравиться эта новелла. За грубость. Я не люблю материться, опять же говорю. Но... Я просто... Ну и... Ладно, в следующей серии я уже остыну. Мне нравится вживаться в эту роль, знаю, ревнивого парня, который просто готов сейчас поломать тут все. Нужна ли мне эта правда, нет? Я не знаю. Ладно, давай немного успокоимся и послушаем правду. Если что, мы просто потом переиграем. Я просто жду уже этого конца, чтобы начать New Game Plus и выбрать другие выборы. Ну тогда, возможно, мы пойдем еще на другую развилку. Твою ж мать, я не знаю. Послушай, просто будь честна со мной. Скажи мне настоящую причину, по которой ты изменила мне. Пожалуйста, просто позволь мне понять. I'm done. Я знаю, что это так жалко, но я в отчаянии. Я люблю ее слишком сильно, и я не могу просто отмахнуться от этого. Она потеряла ко мне интерес. Был ли Рюджира действительно так хорош в постели? Я просто хочу объяснения, и мне все равно, что это будет. Я просто хочу понять, почему. Да-да. А хотя она же сказала, что это бог, да? А ой, тупо смотрит на меня так же, как всегда. Можем ли мы поговорить наедине? Она тихо бормочет. На первый взгляд, она звучит нормально, обычно. Но я могу сказать, она полностью повержена. Ребята? Вагатта. Понял. Микки замолкает, но Итара встает на своего места. Ура. Ладно, Юджиро. Пошли. Ну... Сэмпай, я не знаю, что сказать. Я ничего не хочу слышать. Но вы должны верить мне. Мы пошли в мою комнату, но я клянусь, я Сэмпай действительно ушла, прежде чем что-то случилось. Честно. Поэтому... Я почти уверен, что она никогда не перестала любить вас. Сэмпай. Рюджира. Итара нежно кладет руку на дрожащее плечо Рюджира. Пойдем уже. Простите нас. Братья Кибоно выходят из гостиной. Ну дела. Я на самом деле влюпил бы себе дизлайк за то, что я так матерюсь, потому что это прямо оскверняет меня. Ну, по крайней мере, я так чувствую себя, что я не люблю людей, которые матерятся. Конечно, я привык, что русские обычно матерятся, то есть это нормально. Но я не люблю вот эту вещь в русских, так что, когда я сам это делаю, я чувствую, что я тоже поддаюсь этим вещам. Но отыгрывать маленького мальчика, когда чувак реально громит тут полдома из-за нахлынувших чувств, ненависти. Ну, я не могу просто говорить нежные там... Ну, ладно. Обычные слова, когда он реально, ну, матюгается. Че, думаете, в японском никто не матюгается? Еще как матюгаются. Конечно, не так сильно, как мы там, например, да? Но вы понимаете. То есть, да, если кому-то не понравилось, что я так матерился, сорян. Это просто наплыв эмоций. И я реально I'm done. Вот этот момент с середины серии, я просто I'm done. Я сейчас еле держусь. Чтобы остыть, надо будет остыть. Тебе остались только я, Аой и Миюки. Секунды тикают, тикают медленно и ровно. Миюки, пожалуйста. Хорошо. Я оставлю вас наедине. Но пообещайте мне кое-что. Не делайте
всяких безумных вещей. Да не собираюсь. Мики тяжело вздыхает. Слушай, я тогда я дала свое, ой, тебе обещание. Все делают ошибки. Я могу простить и забыть. Но только в первый раз. Но... Запомни мои слова. Я не прощу, если будет второй раз. Любовь вечна. И не разрушай ее. А? Так что увидимся. Короче, второй раз она нам битой пробьет точно одно место. Или отобьет. Микки выходит из комнаты. Какая серия, господи. К сожалению, я не в настроении верить в вечную любовь сейчас. Окей, они ушли. Теперь только я и Аои одни в гостиной. А где Эру? Можно мне вопрос? Почему он не участвовал в моем дне рождения, а? Куда делся Эру? Где эта козявочка, когда она так нужна? Ее глаза были такие пустые, как будто все ее надежды были разрушены ее мобильным телефоном. Я глубоко вздыхаю, чтобы успокоиться. Затем я подхожу ближе к Аои. Пожалуйста, скажи мне, почему ты предала меня? Аои. Ты романтический вариант. Бог создал меня как персонажа в этой игре. Просто заткнись уже нахуй. Прежде чем я могу остановить тебя, я кричу на нее. Как меня уже заебала твоя чертова игра. Это правда. Ее взгляд был твердый и серьезный. Бог существует. Бог это создатель. Объединение всевозможных любовных интересов в каждом возможном мире. Абстрактное. Вещь. Аои — это проявление этого бога. Аватар извлечен из массивной базы данных и оптимизирован для идеального соответствия этому миру. Только с одной целью. Чтобы преследовать как можно больше главных героев. И собирать все CG события. CGS. И это рут Аои, на котором ты... Он также служит рутом Шиничи для бога. Как только бог достигает секса с Шиничи, рут Шиничи завершается. Без новых компьютерных... Точнее, без новых CG, все существование Аои бессмысленно. Моя батарея разрядится, и мой сигнал не достигнет, что означает отсутствие сохранения игры, и Аои исчезнет в итоге. Поэтому Аои начала играть по руту, по новому руту Харучан. Вот почему Аои изменил тебе. Выражение лица не сдвигалось ни на дюйм. Она все... Она была, короче, с кирпич... С мордой... сложно. с каменным лицом, как будто это самая нормальная вещь в мире была. Как будто она читала по сценарию слова. Но здесь мы прощаемся. Пока-пока. И она молча отворачивается. И уходит. Ее неуверенные шаги становятся слабыми. Аои лжет, или я не знаю, во что верить. Да сколько будет выборов? Аои лжет! Ты лжешь! Это была ложь, не так ли? Мой род движется сам по себе. Ты никогда не любила меня. Ты просто хотела собрать эти CGS. Поэтому ты изменила мне, не задумываясь. Как затем лицо искривляется от страдания. Чистые эмоции накапливаются в ее глазах. Шиничи. Ниче. Аои.
предала тебя. Синичио, урагитта но. Таксан. Таксан. Сделала все ужасные вещи, какие только возможно. Как сигото мо. Усо мо. Лгала тебе. Скрывала от тебя, хранила секреты. Но. Но. Пожалуйста. Синьте. Осирино. Поверь мне в этот раз. Синьте, ты. Действительно, перчатка, которого Аой действительно влюбилась по-настоящему. Поэтому Аой отчаянно пыталась не потерять наши воспоминания вместе. Bullshit. Аой не хотела начинать все сначала. Как же я могу отличить правду от лжи? Как я могу отличить, а? Правда от вымысла. Не знаю. Но. Если бы я поверил, что ее слезы были фальшивыми, я бы предпочел просто отказаться от себя. Так вот почему ты изменила мне, да? За исключением. Ой. Не смогла пройти через это в итоге. Ой, слишком любит тебя. Синичи. Почему ты скрывала это? Почему ты просто не сказала мне? Потому что ты бы возненавидел меня за это. Нет, я бы не стал. Стал бы. Аой грустно улыбается. Как будто она видит меня насквозь. Аой — это проявление Бога. Ну, аватар — это проявление, если что. Ну, чтобы понятно было. Аватар. Мои воспоминания синхронизированы с ним. Поэтому... Аой есть воспоминания из других миров. Из других физических форм. Других миров? Аой превращали бесчисленных разных девушек. Я насобирала... Собирала много сгусток CGS. Ну, компьютерных артов, я так понимаю, или этих событий, событий. Разных событий. Аой, очень-чен, тайски нано. Аой действительно любила брать толстые члены. Десятки их, и все сразу. Май гад. Аой также занималась сексом с девушками. И уродливыми ботаниками. И лысеющими стариками. И... Не очень понял, если честно, с какими-то парнями, короче. О май гад, собаками. Аой может заглотить или взять это в попку. Аой может проглатывать все это. Может делать это на столе. Вот такой девушкой является Аои. Аои может принимать разные формы. Но сама Аои не меняется после этого. И Синичи, ты точно не... Тебе не понравится такая девушка? А, или такие девушки? Ты никогда не будешь в порядке, когда будешь спать со мной? Нет, это неправда. Правда. У Аои есть и другие руты. Такие же. Ну, такие же руты, которые заканчивались подобными вещами, она имеет в виду. Так что, это game over для меня. Нет! Я чувствую, как мой голос начинает ломаться. Но это моя судьба. Я должен сказать это? Нет такой вещи, как Game Over. Нет сохранения, нет загрузки. У нас только одна жизнь, вот и все. Но вот почему мы влюбляемся так страстно. Влюбляемся. Ты не можешь переписать свои ошибки в реальной жизни, как в какой-то видеоигре. Но взамен реальная жизнь длится намного больше. Ты можешь начинать заново столько раз, сколько захочешь.
Ноши. Это правда? Хонтоу ни. Неужели вы реально? Декиру? Может, начать все сначала? Я должен принять решение. Это будет означать откладывание всего моего достоинства. И меняющего меня как личность. Но я сделал это для нее. Для ее любви. Независимо от того, сколько раз я получал, путался, в общем, или получал боль, травму. Давай останемся вместе. И поэтому я спокойно достаю свой мобильный телефон. То есть она реинкарнация разных девушек, да? Ой, ну бога, точнее, реинкарнация. Привет. Хару-чан. Аой-сэмпай. Саски-сэмпай. Мне только что звонил Суки-сэмпай. Аой нуждается. В одолжении? Займись со мной сексом? В смысле? Займись сексом со мной, Хару-чан. Что случилось? Может, насчет Суки-сэмпая? Аой должна заняться с тобой сексом. У Саой такой твердый, что он не может спорить больше. Ладно. Я не знаю, что происходит. Я тоже не знаю. Так что мой единственный вариант делать так, как ты хочешь. Но сначала я хочу рассказать тебе, как я себя чувствую. Да, я люблю тебя, Аой-сэмпай. Ты мне очень нравишься. Я без ума от тебя. Я знаю, что ты любишь Суки-сэмпая. Всякий раз, когда ты была со мной, я знал, что ты думаешь о нем. Но все это не имеет значения. Типа, его не смущает, что мы позвонили ему до этого, не? Я сделаю все для тебя, Аой-сэмпай. Все, что доставит тебе удовлетворение. Поэтому, пожалуйста. Пожалуйста. Возьми мою девственность, на этот раз по-настоящему. Хару-чан. Пол скрипит. Аой шагает медленно, невесомо, словно она исчезает. Не плачь. Аой заставит тебя чувствовать себя лучше. Пожалуйста. И дверь закрывается. И тишина обрушивается. Что произошло? Ни хрена не пойму. Лежа в темной гостиной, я открываю глаза. Я не могу уснуть. О, Эру, ты где был? Эру! И когда ты пришел? Кажется, я вспоминаю, когда закрывал его наверху в моей спальне, чтобы у Мюки не было приступа аллергии во время моего дня рождения. Окей. Ты что, выбрался, когда Ой закрыла, открыл дверь? Ощущение, что он телепортировался сюда просто. Мяу! Ну и что? Он сладко мяукает на меня. Я понимаю его, закрывая глаза, сжимая его тепло в моих руках. О, тетю. Он же еще такой крошечный. Прям вообще. Бог настоящий. Не могу в это поверить. Но я ей верю. У меня должен быть плохой случай с мозгом геймера. Я люблю Аоя. Но Аоя всего лишь романтический вариант в видеоигре. Ей нужно заняться сексом, или она исчезнет. Поэтому я позвонил Рюджиро. Лучше бы я ее выгнал, короче. Пипец. Я уже жалею. И сказал Аоя трахнуть его. Это был мой единственный вариант. Просто, ну ладно. У меня нет другого выбора. Время просто... Со временем я теряю сознание. Может быть, я могу уснуть и все забыть. Подожди, а что у нас там видеотрансляция идет? Зэппи пополняется. Я слышу все это. А, это у нас дома, господи. Понял. Это ускользает из моего разума и пронзает мое сердце. То есть мы были такие на ненависти, горячие, готовы разломать все в доме, их в том числе. Но мы решили услышать правду и немного остыли, и в итоге размякли. А если бы мы выгнали, мы
Ну, не знаю. Блин, мне интересно. В одно мгновение. Да. Я стою с дивана. Чувак, пошли в комнату. Затем, словно потянувшись к источнику стона, я выхожу из гостиной. Я должен сделать это, чтобы остаться собой. Я бы вообще вышел из квартиры, на самом деле. Я должен сделать это для своего будущего. В голове я понимаю это. Но... Боже, это так... Я имею в виду, а вы занимаетесь сексом с другим парнем прямо сейчас. Я киска мокрая, она стонет. Я облизываю его член. Я не могу больше это терпеть. Одна мысль заставляет мое чувство разума вылететь в окно. Темная ревность кружится в моей груди. Я никогда не должен был соглашаться на это. Да, вот я тоже об этом думаю. Я уже жалею об этом. Я знаю, что это жалко, но я не могу изменить, кто я такой. О боже, как же он глубоко. Как хорошо. Боже, больше. Прямо туда. А, они наверху как раз и есть? Подстыкаемым каким-то скрытым импульсом, я поднимаюсь по лестнице. Когда я подхожу ближе, звуки становятся громче, мои эмоции начинают кипеть. Чёрт, пошли тогда из дома вообще. Я медленно тихо поворачиваю ручку. Но... Сусуки-сэмпай! Сусуки-сэмпай! Что? Почему ты... I'm so fucking done! I'm done, I'm done, I'm done! Окей, okay, I'm done. Fucking done.